ее подруги влюблены, кто в женщин, а кто в мужчин. Ее друзья все любят кайф, кто пиво, кто кокаин. Ее родители всю жизнь ругаются день и ночь. Она включает радио, чтоб чем-то себе помочь. Включает радио и слышит, как в тишине сквозь полночь звуки музыки летят по FM-волне. Она танцует в комнате свободно и так легко, что все проблемы, кажется, сейчас очень далеко. Никого нет рядом, кто ей бы шепнула тихо: ты моя радио. Baby, baby.